Об экологической безопасности Северного Кавказа и переселении из аварийного жилья говорили на заседании Совета при полпреде президента России в Северокавказском федеральном округе. В работе заседания принял участие глава Кабмина Дагестана Абдусамат Гамидов. В топ-10 экорейтинга страны регионы округа не вошли, отметил полпред. Более того, Ставрополье и Северная Осетия на 3 пункта ниже уровня прошлого года. Кабардино-Балкария минус 7 пунктов. На сегодняшний день в округе возрастает негативное воздействие на природную среду. Это и проблемы обращения с отходами, и загрязнение водных объектов, и вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба, и многие другие проблемы в сфере экологии, которые требуют принятия неотложных мер. Вопросы экологической безопасности должны стать одними из приоритетных в работе органов власти. Кроме того, обращаю ваше внимание, что экологическое благополучие Кавказа является одним из главных факторов развития туристической отрасли региона.